открытом манеже в Черкизово стартовал первый международный турнир «Лока Кап». Здесь собрались 22 детские команды из трех стран. Помимо ребят из Москвы и регионов России, на каникулы в Черкизово приехали команды из Азербайджана и Узбекистана. Мы приехали из Ташкента, и мы играем за «Локомотив». Это ваш первый международный турнир такого плана? Да. Нас первый раз вывезли из города играть. Здорово. А какие первые впечатления? Что вам, вот как вам стадион наш, манеж? Манеж, стадион вообще классный. Посмотрим на матч. Будете стараться победить? Да. Хотите стать чемпионами Лока Кап? Конечно. Ребятам предстоит насыщенная программа. Мастер-классы от игроков и ветеранов «Локомотива», экскурсия по стадиону и музею, посещение матча «Локомотив Анжи», а также встречу с руководством клуба и академии. Это первые шаги нового турнира «Лока Кап». Интересно то, что около 300 детей приехало на этот турнир. Представители многих регионов, команды из Узбекистана. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем развиваться, и команда будет приезжать не только из Узбекистана, но и из Европы. И, соответственно, мы будем затрагивать все больше регионы нашей Российской Федерации. Решающие игры турнира пройдут 5 и 6 ноября. Ну а самого победителя «Лока Кап» мы узнаем уже в это воскресенье.